Знаете, я просто не вижу другого выхода или варианта, как не ездить Зеленскому в турне по Европе и не просить оружия. Потому что мы безоружная страна с начала 90-х годов. Потому что так попросил наш сосед. Попросил отдать все оружие, которое было у нас при Советском Союзе, отдать ему. Мы отдали спокойненько. Ну, с расчетом, что на нас никто не будет нападать. По итогу у нас теперь 20% земли, территории Украины оккупирована, и вы пишете, Зеленский в турне по Европе выехал. Ну а как? Какой выход по-другому? Отдать свои территории? Ну, есть такое понятие, как страна, и на нее нельзя нападать. А если на нее напали, то, извините, пожалуйста, конечно же, будет просить он оружие, будут нам это оружие поставлять до тех пор, пока Россия не покинет территорию Украины. Вот почему? Выйдите из Донбасса, выйдите из Крыма, пожалуйста, вас никто не держит на нашей земле. Вы выходите, все, война заканчивается, никаких поставок оружия больше не будет. Все. Решение всего этого вопроса. Просто отдать нам наши территории. Ну, мои тоже.